Изумруде открывает снежную горку. Давайте пойдем на это мероприятие и узнаем, что же подарит Дед Мороз гостям и работникам лечебно-оздоровительного центра «Изумруд». 4 февраля на улице стояла довольно холодная погода, но несмотря на это на мероприятии присутствовало большое количество гостей. Организаторы праздника решили согреть каждого веселыми конкурсами, а начали они с традиционного знакомства. А сейчас я бы хотела с вами познакомиться. Давайте. Ознакомимся вот так. Кто у нас тут в Изумруде отдыхает, знает. Солнышко, как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, а тебя как зовут, солнышко? Танюша. А тебя как зовут, солнышко? Кирилл. А тебя как солнышко зовут? Ксюша. Ух ты! А тебя как зовут, солнышко? Галя. Ой, бабуля Галя, изумительная наша Галина! После общего приветствия начались подвижные игры, в которых принимали участие как взрослые, так и дети. А после дружественных объятий самому младшему участнику праздника доверили разрезать красную ленточку. Дети катались, смеялись, но и взрослые не стояли рядом, а с улыбкой съезжали с горки. Праздник подарил всем приятные эмоции. Каждый ушел оттуда довольным и счастливым. Мы вообще очень благодарны. Хотим сказать, что в Изумруде мы лечимся, но не только вот как-то физически, да, а еще и лечим душу. Вот здесь каждый вечер организовываются вечера, и мы очень рады душе этого изумруда. Нам очень хорошо, весело, и дай Бог, чтобы было хорошо всегда, так? И мы еще хотим сюда приехать. Конкурсы пускай продолжаются. Организация подружки. Ура! Счастья, здоровья, удачи, любви! И чтобы взрослые дети всегда были дружны и радовали друг друга. Город Балаково. Интернет-канал «Балаковский репортер».